Да, и горы. Хрюндель. Красотища-то какая. Ну что, это пляж Корон. Здесь очень сильный ветер. Очень тяжело здесь снимать. Но смотрите, какие волны. Эрику, конечно, не особо нравится кувыркаться на этих волнах. А сейчас я вам покажу еще Биг Будду видно. Вот, с горы. Так, мальчики, проходите. Вон он. Красотища. А еще вот здесь песок мокрый. А вот здесь он где? Полусухой. Когда ходишь, он прям хрустит, как снег. Представляете? Очень крутой песок. Прям хрустит. Ну, а сухой песок, как мука. Вот пляжная зона. А здесь рядышком, прям рядом с дорогой, две детские площадки. Такая и такая. Так что ребенку весело. Море очень соленое, прям крупная-крупная соль. Но нам этот пляж безумно понравился. Теперь мы приехали в один безлимитный ресторан. Вот он. Вот такая огромная табличка. У него еле нашли, если честно, что-нибудь такое. Я думаю, вернемся сюда через часик с друзьями. Сейчас разведали, где что есть. И всего стоит 250 бат. Ребята, отдых у нас, конечно, получается отлично. Мы сейчас приехали в безлимитный ресторан, который находится на Пхукете. Вот то, что я показывала буквально 2 минуты назад для вас. Да я даже не знаю, с чего начать. Столько всего произошло. Мы кучу дней не снимали. Мы просто по-настоящему отдыхали. Вот посмотрите, какие мы черные. Какая я черная. Вообще, мы так загорели здесь. Это нет слов. Я прям настолько довольна, что мы такие загоревшие, настолько отдохнувшие. Этот пляж Корон нас настолько впечатлил, прям обалдеть. Ладно, впечатлениями мы поделимся, я думаю, давайте в прямом эфире. Приходите к нам по приезду, наверное, часть села 21-22 мы сделаем прямой эфир. А сейчас я вам покажу безлимитный ресторан. Что здесь есть? Стоит он 250 бат с персоной. Алкоголь не входит. Кстати, алкоголь здесь доступные цены. А таксист, который нас сюда привез, он сказал, что здесь есть буквально рядышком еще несколько метров другой безлимитный ресторан, а там стоит всего 150 бат. И ему там нравится намного круче. Ну, я ему сказала «май панрай», и, в принципе, мы оказались здесь. И у нас уже ребята за столом сидят, вон они. Вот. Будете знакомиться с нашими друзьями? Что здесь есть? Это у нас, получается, овощи, грибы в нереальном количестве здесь. Курочка, овощи, рис, лапша, арбузик. Что-то я не знаю, что это такое, хотя очень интересно, что там. Куча соусов спайси. Кстати, я беру вот такой соус и смешиваю его с вот этим соусом. И получается очень-очень круто и не настолько спайси.
а то иначе это есть невозможно. Так, здесь у нее заготовки, она делает салаты, соусы, сосиски, местные шарики, колбаска острая, как она называется, вы поняли, ладно. Это белок, мясо, яичко перепелиные, еще мясо, много разного мяса, в любых вариациях. Что, он что, с кунжутом, что ли? Серьезно? Интересно. Так, и вот морепродукты. Мидии, ракушки, кальмары, рыба, крабы и два варианта креветок. Так, с собой ничего нельзя приносить. Ну вот. Вот если вы пришли вот это покушать, то всего 100 бат. Безлимитно, конечно же, да? А вот 250 бат где-то здесь написано, вот. Это уже морепродукты. И работает он с 5 вечера до 6 утра. Вот так называется. Давайте пройдем за стол и запалим, как все готовят. Эрик лопает арбузик. Скоро у него будут готовые когда-нибудь сосиски. Здесь у нас варятся крабы. А? Лайм? Не видела. Сейчас посмотрим. Что-то подгорает мясо чуть-чуть. Так, у ребят сало. Hello. Так, там креветки жарятся. Что тут еще? Мама, миди. Привет! Так. Хочу передать привет маме. Вообще такой офигенный стол, богатый получился, круто. Там у них миди. А вы соевый соус добавляли сюда? Да. Бульон, да, все. Да. Так вкуснее. Слушай, когда они приготовятся? Они уже минут 10 у меня. Я думаю, они уже готовы за 10 минут, как бы они вообще у тебя в тыкву не превратились. А тебе вот эти соусы не острые? Да, я люблю острые. Можно разбавить, и будет чуть-чуть получше. Принести чем? Я не знаю, они острые, не острые. Ну, смотрите. Так, что у них тут еще? Коктейльчик какой-то. Коктейль вкусный? Ир, коктейль с чем? Ананас вкусный? Ананасовый сок. А, это не коктейль. Понятно, значит, просто сок выжатый. Ну вот, как-то так. Сейчас у нас появилась отличная возможность рассказать вам о олегопознаниях о креветках. Олег, расскажи, пожалуйста. Олег, расскажи, пожалуйста, про креветки. Чем какие, от чего отличаются? Зеленоватые немного. Это спермы. А бледно-розово-белые – это морские. Сейчас. Чего они отличаются? Как? Они отличаются по цене, морские чуть подороже. Вот эти два. Ага. Ну сейчас уже они почти полуготовые, поэтому сейчас. Все равно цвет видно. Ну да, но все равно уже не так. Так, сейчас покажем вам, что мы кушаем. Я, правда, уже целых 3 тарелки съела вот этих вот гребешков и всех этих ракушек. Вы прекрасно знаете, как я их безумно хотела эти вот несколько дней. Вот. И вот я взяла вот этот слабый соус, и я его смешаю с вот этим острым. Так, здесь у нас крабик еще лежит. Там у ребят жарятся креветки, грибы. Тоже ракушки они лопали. Что у вас там варится? У нас там варятся грибы разных сортов. 4 сортов грибы. Вот так. Мне кажется, это уже грибной суп получается. Мне кажется, да. 4 вида гриба. А ты соевый соус добавил? Да, и немножко аджички. Крутя. А Олег, представляете, жарит креветки с русскими приправами. Нам их ребята привезли. Вот такая вот история. А у Эрика мороженое. Скоро все растает уже. И дорога. Так, теперь Олежка, готовит рыбку.
Олег, расскажи, пожалуйста, что у тебя вот в этой волшебной тарелке? Где? Я не знаю. Как не знаю? Откуда я знаю, что это? Ты ж клал. Масло, чеснок, соевый соус, соус для рыбы. Кровь, много крови.